На севере Италии значительно выросло число жертв нового коронавируса. Умерли более 50 человек. Всего в стране обнаружено свыше 2000 носителей инфекции. Такие данные представил глава департамента гражданской защиты Анджело Барелли. Италия стала третьей страной в мире по официально признанному числу зараженных после Китая и Южной Кореи. В Европе на втором месте по выявлению коронавируса оказалась Франция. С конца января заболевание зафиксировали почти у 200 пациентов. Трое умерли. Власти вводят карантин для тех, кто возвращается из опасных регионов. Рекомендуют соблюдать меры предосторожности, в частности, избегать поцелуев и рукопожатий. В понедельник было объявлено о выявлении первого носителя коронавируса в Москве. Это россиянин, который недавно вернулся из Италии. По данным столичной мэрии, госпитализированы 11 его родственников и знакомых. Ранее Россия ограничила въезд граждан Китая и приняла меры безопасности на Дальнем Востоке. В частности, введен режим ношения масок для работающих в местах скопления людей.